Задание 6. В треугольнике ABC, AB равно BC, AC равна 16. Высота CH равна 4. Найдите синус угла ACB. Итак, у нас дан равнобедренный треугольник ABC. Это значит, что углы при основании будут равны. Нужно найти синус угла ACB, то есть синус этого угла. Он будет равен синусу этого угла, так как угол АЦБ равен углу САБ. Найдем синус угла САБ из прямоугольного треугольника СААШ. Мы знаем, что синус – это отношение противолежащего катета на гипотенузу. Гипотенуза АЦ известна и равна 16. Катет противолежащий САШ тоже дана, равна 4. Отсюда получаем, что синус угла CAB это 4 16 или 1 4 или 0,25 сотых. И все это будет равно синусу углу ACB. Получаем ответ 0,25.